Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mercedes C63 AMG. Ремонт задней части. Крышка багажника, задняя панель и корыто меняются. Задние крылья буду ремонтировать. Итак, установил машину на стапель и начинаю вытягивать заднюю панель и лонжероны. Чтобы легче было тянуть, вырезаю заднюю панель. Итак, с вытяжкой я закончил, теперь удаляю весь поврежденный металл. Я удалил весь поврежденный металл и теперь делаю необходимые мне измерения. Высота заднего подрамника одинакова, это есть хорошо. Теперь равняю металл, который остался на машине. Для замены удаленных деталей у меня есть кусок донора. С него я все и возьму. Итак, донорский кусок разденебанил. И теперь примеряю и привариваю кончики лонжеронов. Обязательно прикручиваю усилитель заднего бампера.
Так, все измерил, выставил, высота, диагонали одинаковые. Свариваю. Итак, с лонжеронами я закончил. Теперь привариваю все внутренние детали багажника и корыта. Итак, корыто и заднюю панель я приварил. Теперь устанавливаю крышку багажника, выравниваю зазоры и привариваю крепление фонарей. На этом сварочные работы закончены. Теперь отравняю правое заднее крыло. Для ремонта буду использовать споттер. Ремонт заднего крыла закончен. Загрунтовал чистый металл. И теперь устанавливаю фонари, задний бампер, балку. И
на этом моя работа закончена. На эту работу ушло 7 дней. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!